Всем привет! Сегодня получил еще один телефончик, еще один Nokia 72, только уже браун, серебристого цвета, вот такой вот, серенький. С комплектацией у нас вот сюда зарядка, USB, наушники обычные, 3.5 разъем мануал, и все в коробочке, больше ничего нет. Сейчас посмотрим сам телефончик. Так, телефончик у нас браун. Вот это у нас выглядит. Вот такой вот. Так, телефончик, походу, разряжен, заряжать надо. Ну, думаю, нет смысла выключать, потому что все. Те, кто уже знает, что за телефон, потому что в курсе, что там за прошивка. Вижу там внутри этого телефона. В общем, телефон выглядит отлично.